Приветствую вас. Смотрите, для начала нужно определить, да, вот просто понять. Сначала нужно выяснить. Когда вы говорите, что я познакомилась с парнем в интернете, что вы подразумеваете под интернетом? Это первое. Это первое, что вы. Что вы подразумеваете под интернетом? Второе, что важно, это почему познакомились в интернете? Как так вышло, что вы познакомились в интернете с человеком? Не то чтобы я вас обвиняю в том, что знакомиться в интернете не нужно. Нет. Обвинять вас у меня цели не стоит. Именно обвинить вас цели у меня нет. Но было бы весьма неплохо, если бы вы прояснили эту историю. Вот. То есть в интернет вас привело что именно? Привело вас в интернет. Что именно привело вас к знакомствам в интернете? Вот. Это очень важный момент. Это очень важная история. Как правило, у людей возникают определенные проблемы в отношениях, ну, допустим, с парнями, да, допустим, с парнями, с мальчиками, вот. Допустим, возникают какие-то проблемы, и вы обращаетесь на сайт знакомств. Для чего-то. Как правило, основная цель – решить свои проблемы. Решить проблемы своей, ну, личной жизни, например, допустим. Вот. Понимаете? К примеру. То есть, знакомством в интернете, как правило, предшествует определенная серия неудач. Либо тут изначальная неуверенность, либо тут изначальные трудности, либо тут изначальный какой-то страх, вот. Ну, возник когда-то, вот, и так далее, понимаете, какая история? То есть, вот ситуация, да, она именно такая, ситуация, она именно в этом заключается, вот, понимаете? Поэтому первое, что нужно сделать, это исследовать, это исследовать то, что именно между вами и вашими потенциальными партнерами значит, произошло. Что по итогу вы пришли к сайту знакомств. Это первое. Второе. Вы говорите, что вы переписывали. Значит, на каком основании и по какому
ну, по каким критериям, например, вы, значит, взаимодействовали. Это очень-очень-очень важная история. Это очень важный момент. Потому что от того, что между вами общего, общего между вами и, соответственно, мужчиной, зависит будущее ваших отношений. Ну и вообще, в частности, ваше будущее. Как таково. Вот, в целом. Дальше. Вы говорите, да, вы говорите. Вы говорите, что, значит, влюбились. Очень важный момент, очень важный момент, как эта самая любовь у вас проявляется. То есть очень важно понять, как проявляется это чувство любви у вас, по сути дел. Вот. Ибо если чувство любви у вас направлено на, грубо говоря, себя, да, то есть на то, чего я хочу, на то, что мне нужно, то вряд ли это можно назвать любовью. Скорее всего, это не любовь, а скорее всего, это именно какая-то потребность и нужда. Вот. Ну или это может быть действительно любовь, но тогда это может быть нечистая любовь. Именно нечистая любовь. Все. Да, так или иначе, это следует изучить и понять, что вы сами, может быть, лучше в этом разбирались, что вы сами, может быть, лучше отдавали себе отчет. Ну, вот в этом. В том, что... испытываете. Вот. В том, что чувствуете. Понимаете? Вот. Это... такой момент. Ну и дальше, смотрите, значит, отвечая на ваш вопрос, значит, стоит ли признаваться ему в своих чувствах? Здесь я скажу следующее. Если вы уверены в том, что ваши чувства нацелены только на него, на парня, если вы уверены в том, что не ожидаете от него какой-то обратной связи, да, тем более при условии, что человек начал вас игнорировать, да, тем более при условии, если человек начал вас игнорировать, вот. Ну, соответственно, да, можете ему признаться. Но если вы допускаете, что вы чего-то ждете от него, если вы допускаете, что вы чего-то хотите от него, вот, то я категорически не рекомендую вам признаваться в своих чувствах, потому что будет вам еще только, ну, еще хуже, то есть будете вы испытывать еще большую болезненность. Вот. С другой стороны, подумайте еще раз, повторю, как бы вы могли выразить свое чувство, вот это чувство любви свое, как вы могли его выразить, то есть как оно выражается у вас, это чувство. Ведь совершенно очевидно, что как-то вы можете его выразить, это свое чувство любви. Вот. Знаете, какая история? То есть все, что вам нужно, да, это выразить вот свои чувства.
посмотреть на то, как, на то, ну, на то, как бы вы могли их выразить. На мой взгляд, это принципиально важная история. На мой взгляд, по крайней мере. Вот. Понимаете? Вам самой стало бы понятно. Вам самой стало бы понятно, как и что у вас происходит, как и что вы чувствуете. Вот. И тогда бы вы могли уже ну, несколько лучше ориентироваться, да, в том, что происходит. Ну, между вами я имею в виду, и в частности у вас, ну, конкретно у вас. Вот примерно, примерно так, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос, который вы задаете. Вот, именно исходя из того, что вы написали. То есть ни в коем случае не рекомендую вам спешиться, да? Ни в коем случае не рекомендую вам делать какие-то поспешные действия здесь. Если не уверены, то обратитесь к психологу, да, и поработаем, подробно разберем, что и как у вас произошло, что и как было. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. Удачи вам!